этой деревухе Мирохин да еще был. Говорят, нет здесь зерна. Твой Мирохин добр без меры. Перед ним только коню не распусти. В раз поверь. Ну да. Бойцы Красной Армии! Со мной! Ну! Стоять! Назад! Тихо, я сказал. Пошла, пошла! С гордостью хочу сообщить, что план первой пятилетки был выполнен за 4 года и 3 месяца. План по тяжелой индустрии выполнен на 108%. Но расслабляться рано, товарищи. Ведь в то же самое время некоторые элементы не осознают всей сложности поставленной задачи. Тысячи крестьян, преследуя свои шкурные интересы, наплевав на задачи партии и правительства, уходят из колхозов в поисках работы. Да как дети? Молодой человек, вы что-то хотели спросить? Я? Вы, встаньте. Встаньте. Вы из какой деревни? Давай, Левка, выскажись. Да я это... Вы передайте товарищу Сталину, что мы со своей земли никуда. Вот пусть так и знает. Молодец, товарищ. Левка, молодец. Побольше бы нам, товарищи, таких Люка. Сознательных крестьян. Давай скорее! Митька, текай домой! Мам! Беги за сестру, беги! Мама! Мам, смотри! Миша, не кричи, беги, прячь мешок быстро. Отряд приехал! Майка, давай! Партии правительства! Реквизицию начинай! День добрый, товарищи! Добрый, добрый. У нас других не бывает. Амбар глянь, а я в доме пошукаю. Есть. Да нет у нас ничего. Наши вам, Алексей Григорьевич. Здравия желаем, товарищ Тешлев. Ну что, сказать ничего не хочешь, Алексей Григорьевич? Рад бы сказать, да нечего, товарищ командир. Нечего? Смотри, скажу в наркоме, что потворствуешь несознательным элементом. Полетишь с бригадиром. Ну, значит, так тому и быть, товарищ Тешлев. Ладно, без тебя разберемся. Ты чё, гаденыш, делаешь? Зерно решил схоронить? Я тебя! Милости просим, товарищи бойцы. Проходите, проходите, пожалуйста, осматривайтесь. Нам от советской власти скрывать нечего. Вы и так товарищу Стешневу и передайте. В прошлый раз все собрали. Больше нету. И ты думаешь, Иуда, я тебе просто так возьму и поверю? Последний раз спрашиваю, где яма? Ищи. А я поищу, не бойся. Че плететесь-то? А ты куда спешишь-то? Чего, боишься, без тебя вторая пятилетка начнется? Ой, да ну. А мне третьего дня сон приснился. Че за сон? С батей, значит, траву косим. Угу. Долго так косим. Взапрели оба. Ну, кос положили. И вдруг... Макс! Да будет тебе пугать! Да не, гляжу, на дороге птица лежит. Я ее так на руки беру. Мертвая.
Мертвые птицы, это ж к беде. Вот тут ты правильно подметила. У Левки-то на следующий день штаны по шву разошлись. Очень смешно. Мишка! Валька, что ли? Вроде она. Валю! Мишка! Чё? Не ходи в деревню! Там городские приехали, зерно отбирают. Батю избили, они догнать хотят. Стой! Они убьют тебя, Мишка! Мишка, не ходи, куда ты? Тихо. Скажешь, где яма? Ну что там у вас? С нами нет ничего. Если схоронено, то больно знатно. Лучше искать. Есть. Ну что, Егор, молчат? Пока молчат, товарищ командир. Молчат. Ну-ка. Руки убери. Ой, да какой надо же. Ты смотри. Ну-ка. Головешечку мне принеси, пожалуйста. Зачем? Делай, дочка, что говорят. Ну? Не обожглась? Дочка. Бабу не трожь, Стешнев! Не трогай! Стоять! Ну что? Скажешь, Гизерно? Или подпалим малость бабу твою, а? Ты что творишь-то, нехрист? Мишка! Мишка, вот. Не надо! Стой на месте! Иди сюда, тихо. Ну, здравствуй. Может, ты мне скажешь, Гизерно? Скажу. Мишка, не смей! Не надо, Мишка! Что же делать, Гизерги? Оставьте нас в покое! Батюшка, стой! Тихо! Стоять! Батя! Батя! Вставай! Вставай! Ну что ж ты, паскуда, нежичьи часы с 18-го года, верой и правдой! Мишка! Люба, не надо, пристрелят! Ты что ж, падла, бойца Красной Армии! При исполнении долга! Бога! Нет! Живо беги к отцу! К отцу беги, сказал! На члена партии руку поднял, щенок! Да я же тебя сгною, гаденыш! Пощади! Пощади, Родин! Убери ее! Заткнись! Заткнись! Малолетний! Я все скажу! Я скажу, где яма! Да? И где же? Папа! Папочка! Пап! Там Мишку схватили, его избивают! Пап, я тебя умоляю, сделай что-нибудь! Пап, ну ты же на деревне главный, они тебя уважают, пап! Какое там уважают? Спасибо, скажи, хоть нас не трогают. Папа! Прав отец, дочка. Тут каждый сам за себя. Папа! Ни шагу из дома! Ну что вы делаете? Уйди! Вам зерно нужно! Уйдите, сказал! Отпусти его! Или руки убери! Уберите, сколько хотите! Скажи все. Пощади, родненький. Это же на посев. Сейчас не отсеемся по весне, все с голоду передохнем. Я не уйду. Спасу. Точно все выгребли? Точно, товарищ командир. Ну, пожалуйста. Давай. Тащите. Куда вы его несете? Куда, куда вы его везете? Пожалуйста, пожалуйста, отпустите. Ну, там, я прошу, куда пожалуйста. Пошла? Пожалуйста! Бежись тут! Наташка, вернись! Иди ко мне! Что же они делают? Ой, ой, Тимиша! Что, ироды? Хотели вокруг пальца обвести, не вышло? За сокрытие государственного зерна, за нападение на бойца Красной Армии,
При исполнении долга! Это за что же? Мишка! Мишка! Эй! Ну там что, стой! Но пошла! Зачья? Но! Дочка, открой глаза! Дочь, открой глаза! Дочка! 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 Мишка! Мишка! Мама, Мишка! 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 Ну что, ты как? Давай руку. Давай. Ничего, ничего. Вставай. Спасибо тебе, Левка. Спасибо. А я уж думал, все. Отбегался, Михаил Андреевич. Сильно ожегся. Да на себя посмотри. Сильно? Ну ладно. Погруб жизни тебя обязан теперь. Миша. Ладно. Мишка. Любка. Любка. Ну чё ты? Миш. Господи. Любимый. Да ладно. Ладно, Любка. Я так испугалась. Ладно. Мишка, иди давай мать успокой. Слышь, как убивается. Все нормально, Любка. Все. Мишка, давай, эти уехали вроде. Чего разрыдались-то? Алисена жалко. Мишка! Мишка! Ну, ма. Живой! Да живой, живой. Ну, мамуль, все, ну задушишь. Ну, ну, мать, ну полегче, ну удушишь же. Ну, не для того меня Левка доставал из огня, чтобы ты меня удушил, ма. Пошути, пошути мне еще. Мама! Мама, там... Там батюшке плохо! Бать, ты чё? Прости, сынок. Ухожу я дураком. И тебя дураком оставляю. Да и кто нынче не дурак? Всю жизнь я на земле сидел. И отец мой, и дед. И кормила она нас, и поила, и учила. А я, дурак, думал, что всегда так будет. Кончилась деревня, сынок. За всех бездельников не отработаешь. Ты теперь, Мишка, за хозяина. Тебе семью кормить. Тебе в город надо подаваться на заработки. Бать, ты не волнуйся, ты молчком лучше полежи. Погодь, последнее скажу. Что тебя ждет, не знаю. Да и знать не могу. Знаю только, что если будешь жить по совести, по своему закону, мне оттуда не стыдно будет на тебя смотреть. По какому такому закону, бать? По своему, сынок, который сам себе назначишь. И по которому детишек своих будешь обучать. Только пусть его не голова тебе, а сердце подскажет. Thank you.
пришла, Катюшка, да я домой. Так и не то, любимые песенки. Да ковал им своим деточкам. А только что подвезли. Ой, как я тут пришла, ну горе горюшные. Давай свой, давай. Боже, без великим помощницам. Батя! Что, сынка, умаялся? Да нет, ты глянь, что там. Где? Да вон, в луже блестит. Здрасте, Алексей Григорьевич. А, молодежь. Здрасте. Чего хотим? Ну, мы вообще к секретарю. За справкой. Секретарь болен, теперь я тут. Какой справкой? Ну... Что у нас из колхоза на работу отпускаете? И ты, Лёвка, собрался? Выходит, что собрался. А чего вы на нас так смотрите, Алексей Григорьевич? Сами знаете, что в деревне ждать-то нечего. Председатель этот ваш новый со своим планом по сдаче зерна государству. Вообще на посев ничего не оставил, животина вся передохла. А после набегов этих и дома жрать нечего. Семью надо кормить? Надо. На заработки надо, Алексей Григорьевич. Справки нам выдавать запрещено. Там наверху думают, что все беды от того, будто народ на селе жирует, а хлебушек от властей прячут. Что значит запрещено справки? А нам что теперь, подыхать, что ли? Мы и так вон в лесу все грибы, ягоды-то обобрали. Лес пустой. Зимой-то жрать чего, Алексей Григорьевич? Ты что думаешь, это я выдумал? У меня приказ. Че думаешь, Мишка? А че тут думать? Справку не дают, я без бумажки пойду. Так а это сцапают и обратно вернут. Так а я и так тут. Че терять-то? Ну, не знаю. Может, ты и прав. Ну чего ты молчишь? Да не молчу я. Наоборот, говорить собрался. Ну так говори. Ну сейчас. Миш. Люб, стой. Чего? Значит, дед моего деда кузнецом был, и его в армию забрали. Ну, 25 лет им сапоги не снимать. А он в ночь перед отправкой в кузнец просидел, а на утро вот это вот моей прапрабабке подарил. И говорит, носи. Вспоминай. Может, и дождешься? Дождалась? Дождалась. Ну, у нас в семье с тех пор так и повелось. Ежели отец умирает, то подковка к сыну переходит. А он жене на хранение. А она сыну. Ты мне, конечно, пока не жена, ну уж, похорони у себя. Не сочти за труд.
Любка! 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 Нет, Люб, я опоздал. Как опоздал? Ну так, опоздал. С Матвеевым она ушла на речку. Она одна, а вас таких много. Ты чего? Я вот когда вернусь, вот прямо на этом самом месте наш дом поставлю. Сам все сделаю. Каждое бревнышко из леса принесу, печку сам сложу, как батя учил. Жить там с тобой будем. Ну и ребятишек у нас с тобой. Ты вернись сначала. Ты как, куда я? Отоденусь-то, Люб? Хоть бы подождал пока. Синенькие заживут. Ну куда ты такой разукрашенный? Да чего ждать-то, Люб? У нас скоро дома ни крошки не останется. Это вы его отца не тронули, а нас-то почистую, чай сама видела. Ну да. Твоя правда. Уезжай. Люб! Люб, ты чё? Ничего. Ты чё, за отца обиделась? Так я же не со зла. Да не из-за отца я. Так а чё тогда? А ничего, пусти. Или ты чё, это... Боишься, что я там с городскими загуляю? Ничего я не боюсь. Ха! Да нужны мне эти цацы. Тем более со мной грач будет, а он-то за мной присмотрит. Угу. Ну, Люб, не бойся. Не боишься? Не боюсь. Ну, да я тебя хоть поцелую-то, а? Угу. Ну, Люб. А вот вы где спрятались. А то я хожу еще вас. Да мы не прятались, нам нечего прятать. Че искал-то, а? Да ничего, так. Дай, думаю, к тебе зайду, а тебя нет. А ты че тут, Любка? Че? Ты отца-то отпросился? Не. А че? Так пойду. А-а. Ну, позже из города весточку зашлю. Ну, молодец. Ага. Так, Павлов. 13:80. Записала? Угу. А. Ну? Папочка! Ну, папа! Ну. Где были-то? На речке. Ну вот, ни в грош отца не ставит. Да хватит тебе. Уже взрослая она у нас. Пусть своей головой живет. Павлов, 13:80. Так я записала уже. Пиши, Семищёкин. Ага. 12:40. 12:40. Проверим. Да что проверять? 12:40. Не нравится мне эта идея, Лёвка. До города 70 верст. За два дня пешком бы дошли. Ага, мы в ноги протянули, они дошли. У нас два сухаря на двоих. Патрулю б не попасть. Так и попадемся, если стоять будем, как два столба. Деньги последние отдавать.
так мы же за деньгами и... Ну да. Лёвка, патруль. Чё? Чё ты? Стоять! Дай-ка сюда. Ты? Здрасте. А нам бы два билетика до города. Документы. Так а какие документы? Билет отпускается только по документам. Справка из сельсовета, контракт на трудоустройство, паспорт. А, сейчас, минуточку. Слышь, там какие-то документы, паспорт какой-то требует. Проверка документов. Пойдем-ка присядем. Здрасте. Здрасте. Куда направляемся? Смотри, а? Я такое же видел у парня в Максимовке. Наверное, тоже из города притащил. Наверное. А чё за штука такая, паспорт? А, книжка зеленая такая. А. Ты глянь. А. Ничего себе! Ух ты, ё! Вот дела. А чё там в этой книжке-то? Да как чё? Родился, женился, как справка из сельсовета и запись в метрике только вместе. А? Ну, плюс рожа твоя. Чё? Рожь, говорю, твоя. А рожа это как? Ну, фотография в смысле. Ага. Дон Ких. А ты откуда-то знаешь? Про чё? Ну, про паспорт. Так Любкиному... Отцу родственник приезжал, где-то в прошлом году. А. Вот, городской тоже. Ну, так, к слову, свой паспорт ты показал. Слушай, Лев, хорош болтать. Давай узнаем, где у них тут заводы какие есть, а? Да погоди ты со своим заводом. Ты чё? Да и чё ты в поле не наработался? Дай хоть город посмотреть. Ну и долго ты город разглядывать собрался? Или пока ноги с голодухи не протянешь? Да это мы решим. Да как ты это решишь, Лёва? А вот так. Узнаешь? Часы стешнёвские. Они откуда у тебя, а? На дороге валялись, когда отца твоего хоронили. Ага. Ну, не знаю, то ли обронил их, то ли выкинул. Они сломанные были, а батя выправил. Тикают как надо. Ну и куда-то с ними. Подходим, часиками интересуемся. Тикают исправно, часики. Да иди ты. Ваше дело. Что, часы торгуете? Ваша правда, торгуем. Глянь, ты можно? А чё ж нельзя, пожалуйста, смотрите. Тикают исправно. Ну и сколько ж вы за такую красоту хотите? Да немного, немного, рублёв 60. Ну, ребят, разошлись. Ой, не хотите, как хотите. У нас покупатели, знаете... Лёв, завязывай. Не по душе мне это дело. А что тебе по душе? С голодным пузом станка вкрыть? Нет, извините. Или ты как, думаешь, нас сначала накормят надо? Ну, так вот. Подходим, часиками интересуемся. Не стесняемся. Подходим, граждане хорошие, интересуемся часиками, смотрим, приобретаем. Часики хорошие. Стой! Стоять! Ты чё, держи вода! Нет! Мишка! Смотри, куда идешь! Пацан!
пацана не видели? Чего? Он маленький. Не видели. Увел, гад. На 30 рублев наказал. Что ты орешь-то? Что поделаешь-то уже? Пойдем на завод, торговец. Слушай, может, милиция? Какая милиция, Лев? Чтоб нас обратно в деревню отправили, что ли? Ну что, пойдем, что ли? Это не боись. Хороший завод. Не часы чей делают. Ты мне всю жизнь будешь эти часы. Буду. Вспомнить. Всю жизнь. Если надо. Угу. Вот тебе и угу. Здра... Извините, пожалуйста! Значит, откуда вы говорите? С Максимовки. Ага. Это в 100 верстах отсюда. Знаю Максимовку. Колхозники, что ли? Колхозники. Только нас это из колхоза отпустили. Странно. А документики ваши? Тут такая незадача вышла. Нам бригадир справки-то выдал. Только у нас их по пути сперли. А там же фотографий-то нет. Кто хочет, тот и пользуйся. То есть без документов? Ну, получается, без. Ну, чего ж назад-то не вернулись, коли сперли? По новой бы сделали. Так у нас их здесь, в городе, сперли. На рынке. Ну, а туда-сюда ездить никаких сапог не хватит. Ну что ж, я понял. А у нас что хотите делать? Да мы вроде как к любой работе привыкшие. Да? Хорошо. Да нам вообще все по плечу. Ну ладно, вы здесь подождите, а я схожу посоветуюсь. Хорошо. Слушай, вроде поверил. Маруська? Да? Живо. Звони в ОГПУ. У меня там бегуны колхозные. Поняла. Ага. Мишка? Ты знаешь, что товарищ Ленин всех нас видит? Ты еще взял? Тетя Нюра сказала. Слушай больше тетю Нюру. Я вот думаю, может, он через портреты за нами наблюдает. Ну, а чего бы столько везде понавешать? Ага. Может, там позади механизм какой? Да какой механизм, а? А какой-какой? Специальный. Всегда посмотреть хотел. Да. Да чумел! Так а что я специально делал? Вешай! Да я же вешай, специально! Тебе говорят! Я пойду с начальником посмотрю, если что в коридоре сдержу. Вешай! Делаю! Такие морды хитрые. На рынке, говорят, у них документы сперли. Я их товарищи сразу раскусил. Левка! Чего? Левка! Дёрнули! Так дёрнули! Да брось его нафиг, там подумали за нами! Быстрей! Вон они, держите! Эй, стой! Стрелять будем! А ну-ка! Хватай! Чего разбегались-то? Да. Давай, давай, давай! Не вставай! Стоять! Стрелять буду! Паразит! Мишка! Давай, давай заводим скорее! Да не заводишься! Ну что ты возишься? Давай! Да не заводятся, зараза! Ну все, пустили! Что думаешь-то, Левка? Да я уже ничего не думаю. Жрать хочу, сил больше нет. Да погоди ты, давай придумаем что-нибудь. Слушай, а есть еще сухарь? Че? Сухарь есть. Да ты сожрал последний час назад. Слушай, я что думаю? На завод мы с тобой не устроимся. Рано или поздно нас одно поймают и отправят куда надо. И хорошо, конечно, если в колхоз. Хотя там тоже делать нечего. Если сами ноги протянем и семье не поможем. Слушай, а может, документы исправим, а? А что, батя сказал, что в городе есть умельцы? Только где их искать? Да и денег у нас нет. Что думаешь, Левка? Давайте с ним. Ч
Что, Дисма? Чемодан, видишь? Мы его на барахолке толкнем, хоть пожрем от пуза, но... Левка, ты ж комсомол, ты чё? Слыхал, воровать-то нехорошо. Так а чего у нас? Часы, а мы чемодан. Ты посмотри на него, ну он же явно бывший Непман. У таких не грех. Да ну тебя с твоими глупостями. Не хочешь? Не хочу. Тогда я один. Куда ты один? Отстань. Куда ты? Отстань, сказал. Левка, ты чё? Ты мало нам беды еще хочешь накликать? Тихо. Куда? Держите вора! Руку убери! Мишка! Бежим! Стоять! Назад! Совсем обалдели! Приличием заведения! Чемодан поставь! Чемодан мой, отдайте! Вот так. Ну? Спокойствие, товарищ, спокойствие. Работает уголовный розыск. Мы этот элемент тут специально выгуливали. Ну чего, Дальси, приплыли? Так, шпана! Стой! Паровозу. Не, ну ты глянь, Сашон, а? Мы с тобой тот самый угол 2 часа выгуливали эти сявки. За 5 секунд все дело завалили. Чё Зенки вылупил? Выпаду с фонарем не сыщешь. Кто такие? Вы-то. Вы-то? Чё, мозги ушли в пятки, сердце искать? Отвечай, когда спрашивают. Отвечай! Матвеев я, Михаил. Это Лёвка Грач. Из деревни мы приехали на заработки. Да вижу, что не с Монте-Карло. Чё с них взять-то, Лобан? Может, дать по ушам, да пусть гуляют? Погодь. Может, еще сгодятся уши да руки кривые. А ну-ка, молодцы, топайте-ка за мной. Куда это? В Лягавочку, колхоз. Куда? Чё? В отделении милиции. Или ты забыл, что ты угол попёр, а? Топай! Подождите, дядя, какой угол? Чемодан! Деревня! Это кто там на ночь глядя пришлёпал? Открывай, старуха! Долго мы тут стоять? Лобан, ты что ли? Ну, ещё-то? Ну, давай, открывай уже! Иди сюда. Ты откуда взялся, пес окаянный? Отпустили, что ли, раньше? Ага, отпустят, жди. От звонка до звонка трубил. Ну чё, соскучилась? А? Или забыла в конец? Да нужен ты мне больно. Ну ты скажи, что же. Забыла. А это кто с тобой? Ну, Сушеного, допустим, ты знаешь? Клара Ивановна, наша вам с кисточкой. А это что за голытьба щадящая? Да так, по дороге приблудились. Утопить бы, конечно, по-хорошему, но что-то я размяк в последнее время. Еще раз, как вас там? Я Матвей. О, Матвей мы будешь. А ты? Криворукий. Че? А, Грач, Лев Грач. Значит, Моня. Был у меня корешок на крытке, Моней звали. Хитренький да чернявенький, уж больно на тебя похож. Ну чё, хозяйка, выручает, то сама видишь, мы нынче пустые. Хотели вот на вокзале подняться, да видно не судьба. Ну чё, Клара, а? Покормишь нас на халяву? А может, долго не останется, ты не знаешь, Клара. Ну ты глянь, какие оголодавшие, а? Вас что, в вашем колхозе? Не кормят? Может, добавки? С удовольствием. Тебе. Ну, очень вкусный сок, Клара Ивановна. Спасибо. Девушка. Спасибо. Ну, нервульку смажем. Взяли стопки. Ну, как говорится, за знакомство. А ты чё не пьёшь? А я не хочу.
Жрет три горла, а пить не пьет. Брезгуешь, компания не подходит. Чего молчишь? О, и глядит еще как. Ты на меня так не гляди. Спрячь глаза, вырву. Ну, чем заниматься собираетесь, а? Пацанва. Короче, айда ко мне. А это куда? Как куда? На завод. А ты куда хотел? Работать. Работаю я аккуратно, не как вы. На рожон не лезу. Да и люди меня уважают. Так что с голодухи ноги не протянете. Значит так, ксивы, документы, значит. Я вам сработаю, будут как настоящие. Сам черт не подкопается. Ну все, сейчас давайте, давайте отдыхать. Завтра попредметней покалякаем. Ну что, Клара Ивановна, ну покажите, где у вас люди отдыхают. Ну пойдемте уже, покажу. Ну ты идешь, давайте, нет? Давайте. Ну что, Матвей, пей давай. Понял я, не совсем из дерева. Лабон же сказал, аккуратно работать будем. Пойдем отсюда. Да куда пойдем? Куда пойдем? Сам знаешь, на завод без документов не устроиться. В деревню возвращаться, с голодухи помирать. А тебе так точно нельзя. Здешнев думает, ты сгорел. Че думаешь, увидит тебя в живых, обнимет покрепче? А родителям? Родителям ты что скажешь? Да скажем что-нибудь. Слушай, давай тут перекантуй. Далеко ли собрался, мил человек? До дома собрался. До дома собрался? Ну что ж, мысль хорошая, дельная мысль. И что там дома? Чай с конфетами? Может, и без конфет обойдется. А всяко лучше, чем воровать. О, как ты справедливо заметил. Ну, я тогда тебе еще один вопросик задам, а после можешь идти на все четыре стороны. Значит, образ жизни нашинский тебе не нравится. А че так? Да не по закону это. Верно заметил, не по закону. Только ты мне уточни, Матвей, про какой закон ты базаришь? Про тот, который сюда тебя с одним сухарем в кармане пригнал? Я ведь тоже так считаю, надо по закону жить. Только не потому, который дядя в книжке записал, а потому, который в голове сидит. Все равно я честных людей обманывать не собираюсь.
Снова молодец. Снова меня умыл и не вытер. Матвей, я ведь не мокрушник. Не убивец, значит. Я артист. Высшая каста. Ко мне всякая собака с уважением. Я ведь и вас, щенков, пожалел. Хотел, чтобы вы людьми стали. Приютил вас, как родных. А ну-ка, пойдем-ка прогуляемся. Куда? Да не боись, пойдем. Догуляешься ты, паря, без документов, вон до того попки, постового. Вот прям в него и впрешься. А после он с тобой сделает все, что пожелает, потому как он власть. А власть она хоть нынешняя, хоть при царе-батюшке, она одного желает – жировать за твой счет. Усек? Она хочет тебя так пригнуть, чтоб ты потом всю жизнь на него горбатился. Ты ж с Моней-то своей. Поди, нет пирожков с мясом из своего колхоза драпанул, а? А я свободный человек. Я своим умом живу. Ну, конечно, работа наша не для трусливой роты. Ежели в поджилках слаб, коленки трясутся, ежели боишься, то да. Да не боюсь я ничего. Эх ты, дура. Ну, иди. Хочу и пойду. Иди, иди.